сотрудникам Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу подозрение в совершении вымогательства в особо крупном размере задержан Сулейманов Вагиф Мадат Аглы, 65-го года рождения. В криминальном мире он более известен под уголовной кличкой Вагиф Ленкоранский. В поле зрения сотрудников Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Сулейманов попал в мае 2014 года после отбытия им наказания в местах лишения свободы. По полученным оперативным данным, Сулейманов и возглавляемая им организованная группа занималась квалифицированным вымогательством денежных средств у предпринимателей. По оперативным данным, Сулейманов и его группировка занималась вымогательством и пыталась получить нерегулярно незаконное денежное вознаграждение от предпринимателей. Накануне задержания в Главное управление МВД России по Центральному федеральному округу обратился заместитель директора строительной организации с заявлением о том, что неизвестные лица под надуманным предлогом вымогают у него денежные средства в сумме 18 миллионов рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий после передачи части денежных средств Сулейманов был задержан. Немного позднее был задержан его сообщник-финансист. У него был обнаружен изъят пистолет системы «Наган» с 7 патронами к нему. По данному факту возбуждено уголовное дело. И проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников Сулейманова, а также дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.